Пошли, короче, слава богу, ну вот, на несколько часов пораньше, раньше прилетели. А так сначала перепугались. Ты представляешь, ты ждешь билет там на один час, а тебя, короче, дергают раньше времени. И ты не понимаешь, сидишь, ну мы сидим, мы своего времени-то ждем. Че, у нас по итогу-то, а нас раньше времени выдергивают. Офигеть, это такое может произойти. Может и такое произойти, да. А мы просто, мы там замерзли еще, знаешь, там кондиционеры, мы замерзли, мы достали бы куртку, вот так вот сидим в куртку. А мы замерзли. Да, и люди спасибо, да, поели, и вот мы. Богу на руку, Тимар уже телефон если сломал, так и 4 раза хочу зарядил. Прошу, там только беспроводная зарядка. Это правда. Вот. Билеты, вот, да. Я, кстати, могу поехать. Пойдем, пойдем. Как полетели. Максон, знаешь, что, начинаешь доверять людям, я прикалываюсь никогда больше так. Потому что я там тебя нахуй послал там, но это в самом деле... Я клянусь. Конечно, извини меня, но это... Пускай я сейчас появил там и все остальное, но я тебе правду скажу. Ну, мы в России. Это хорошо, что долетели домой. Я клянусь тебе, мы с Васькой ходим как два дуба. Не знаем, что делать. Так а у нас ничего, у нас нет ничего вообще. Мы с Васькой идем в Макдональдс, да? Да. А там стоит 29-25. Да, такие цены. Я хочу, чтобы мы вместе это поели. У нас на двоих-то не получается. У нас получается, что только один поест, а тут один голодный останется. Да я сразу, Васька, берите лишку. Сейчас. Я на самом деле я хочу домой. Потому что кроме нашего дома. Дорога домой несказанная и нужная самая душе порой. Она дурманная и долгожданная. Дорога, что ведет домой. Дорога домой несказанная и нужная самая душе порой. Она дурманная и долгожданная. Дорога, что ведет домой. Я спотыкался не раз, и я по пути сяк. Веди скорее дорога туда, где мой маяк. Стучи стальными колесами, убегай в огон. А та дорога до дома, как самый долгий сон. Дорога, километры летят, чистое поле, далекий закат. Вольно дышу, упиваясь с тобой, дорогая, дорога домой. Дорога домой несказанная и нужная самая душе порой. Она дурманная и долгожданная. Дорога, что ведет домой. Дорога домой несказанная и нужная самая душе порой. Она дурманная и долгожданная. Дорога, что ведет домой. Недели, месяцы, годы, время не тормозит. Защемит русскую душу и сердце заскрипит. В минуту все поменяется, будто на кино. И разбежится по телу, как горькое вино. Дорога режет синий туман. Жизни заборы, полынь да бурьян. Чаще меня ты тяни за собой, дорогая, дорога домой. Дорога домой несказанная и нужная самая душе порой. Она дурманная и долгожданная. Дорога, что ведет домой. Ну, на самом деле, я тебе правду не могу сказать. То, что это просто... Кому скажи, конечно, не поверят. Но это было... И когда ты там оставался у нас на регистрацию, да я бы на Вася смотрел, я говорю, Вася, ты, я
на самом деле не знал, что делать, клянусь. Еще что девчонки помогли. А если бы их не было, я, мы бы не улетели. Я всем отправил, кого, у кого там снимал, но у меня есть большие еще займы. Ну да, те ребята, которые тоже выручили, им тоже респект. Это действительно респект. Не каждый может так сделать. Нет, не каждый. Мне кажется, у тебя даже такие друзья. Хотя они мне не друзья. Да самое главное, чтобы у тебя все нормально было в Лисе. Да, чтобы у вас тоже все хорошо было. Ну, я думаю, как я уже сказал, все позади. Все нормально будет. Как говорится, поживем увидим.